Инженеры Массачусетского технологического института создали робота, который самостоятельно научился играть в дженгу. Смысл игры в том, чтобы одной рукой доставать кирпичики и укладывать их наверх башни. При этом нужно стараться, чтобы она как можно дольше не рухнула. Робота оснастили датчиками, видеокамерой и двухконтактным манипулятором. Он учился определять, какой кирпичик лежит свободнее, чтобы было легче его достать. При этом учитывал и то, что башня не должна разрушиться. То есть робот учился объединять зрение и осязание. Принцип игры он понял тогда, когда вытащил более 200 кирпичиков. По мнению ученых, самообучение позволяет умной машине лучше понять ситуацию и выполнить задачу с высокой точностью. Такую технологию можно будет применять в сфере промышленности. Например, робот может научиться собирать товары на складе или сортировать мусор.